Гости моего канала. С вами творческая мастерская Ларис Чудес. И в этом видео я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такую красивую середину для бантов и цветов канзаши. Преимущество в этой середине в том, что она выполнена без единой капли клея. Плюс ее еще заключается в том, что вы можете самостоятельно регулировать диаметр используемого вами материала, то есть диаметр бусин, и тем самым вы можете выполнить середину любого размера, какого только пожелаете. Итак, открываем наш ларец и начинаем творить чудеса. Для работы нам сегодня будет необходимо пришивные стразы, у меня диаметром 20 мм, акриловые бусины диаметром 1 см, 6 мм и 4 мм. Также иголка с ниткой, ножницы, отрезок фетра. Все ссылочки на используемые материалы я оставлю под этим видео в описании. Работу свою начнем с того, что нам с вами необходимо пришить нашу стразину. Для этого фиксируем ее очень хорошо несколькими стежками, иглой с нитью в два сложения с двух сторон. После того, как зафиксируем мы с вами пришивную стразину, мы должны ее нить закрепить и обрезать. Следующим этапом мы выводим нить с изнанки на лицо, отступив от стразины примерно 5 мм. Затем мы набираем одну большую бусину диаметром 1 см и одну маленькую бусинку диаметром 4 мм. Затем через большую бусинку рядом с нашей выведенной нитью, примерно отступив 1-2 мм, мы выводим иглу на изнаночную сторону. Следующую также, отступив от этой бусинки примерно 5 мм и 5 мм от центральной стразины, также выводим иглу. Набираем большую бусинку и маленькую. И уводим все на изнаночку. И так мы будем продолжать, пока не обошьем нашу центральную стразину полностью.
Следующий этап. Берем снова нить, новую, с узлом, с хорошим, в два сложения. И начинаем наши бусины обшивать. Для этого между двумя бусинами, ближе к центральной стразине, мы вводим иглу и набираем на нашу нить монолитом 5 бусин диаметром 4 мм. Следующий этап. Иглу выводим перед бусиной и нанизываем на нее бусинку 6 мм и сверху бусинку 4 мм. И вновь выводим иглу через бусину 6 мм на обратную сторону, отступив от места прокола примерно 1-2 мм. И уводим все на изнаночку.
обрезаем лишний фетр. Стараемся срезать таким образом, чтобы не повредить бусинки, которые мы прошивали, вот эти вот маленькие. После того, как обрезали, с лица переворачиваем на изнаночку и еще раз оснаравливаем нашу основу. После того, как мы произвели все манипуляции с нашей основой, мы берем зажигалку с очень маленьким пламенем и плавающими движениями начинаем аккуратно плавить фетр. Очень внимательно подносим пламя к большим бусинам, так как бусины с напылением, если неправильно поднести огонь, она начинает пузыриться и происходит деформация краски, что потом некрасиво отразится на вашем изделии. Если нашу серединку приклеить на основу для броши, у меня вот диаметром 3,5 сантиметра, получится очень красивое украшение на пиджак, либо на блузку. Пробуйте, экспериментируйте. Сама середина в диаметре 5 сантиметров. Вот, дорогие друзья, за 15 минут мы с вами сделали шикарную серединку для нашей будущей работы. Итак, я закончила свой видеоурок, свой мастер-класс. Я надеюсь, что он вам понравится и будет своевременным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Мне будет приятно очень их почитать. А я желаю всем вам творческих успехов и самых красивых бантиков. Всегда ваша Чернова Юлия.